Всем привет, ребята, с вами Вайс, ранее знакомая вам как Чарли. Сейчас я вам расскажу, куда я пропала и почему я забросила свой канал аж на целых 9 месяцев. Также расскажу вам о том, что будет дальше с каналом и о том, что я буду снимать на нем дальше. Начнем с того, что означает Спрэнсфорд. Спрэнсфорд — это город, в котором живут мои персонажи, но об этом я расскажу чуть позже, а именно в следующих роликах и в своей группе ВК, которую вы можете найти по ссылке в описании. И, кстати, сейчас я рисую своего персонажа Киру, и ее историю вы уже можете прочитать в группе ВК, ссылка также находится в описании. А сейчас я вам расскажу причину, по которым я забросил свой канал аж на целых 9 месяцев. Основная причина, по которой я это сделала... Мне надоело снимать гачу. Ну, серьезно, мне просто надоело это делать из-за того, что у меня не было идей, у меня не было времени из-за школы, и актив уже просто был мертвым. Я пыталась придумать что-то новое, пыталась снимать что-то, но актив был нулевой, и я просто забросила это дело. Забыла про свой канал. Да, сейчас вы можете видеть мой прогресс рисования за 9 месяцев на своих прекрасных экранах. Я не считаю то, что я перестала снимать гачу, это очень плохим и ужасно, потому что, ну, я смогла наконец-то начать делать что-то для себя, что мне нравится, это именно рисование. Я просто не вижу смысла делать то, что мне не нравится, и без удовольствия, если все равно от этого нет никакого толку. Надеюсь, вы все понимаете и не будете мне говорить в комментариях то, что «Ой, да гача была лучше, хоть ты осталась в гаче» и тому подобное. Пока меня не было на ютубе, я еще занималась тиктоком. Если есть те люди, кто пришел ко мне из тиктока, то всем приветики. Также я занималась инстаграмом, там ВК-группе, о которой я вам уже говорила. Если что, на все мои соцсети ссылка будет в описании. Если честно, то ТикТок для меня это, так сказать, небольшое разочарование, потому что, чтобы попасть в рекомендации, это просто нужно дофига снимать и всегда быть в трендах. Но забрасывать его я не собираюсь, так что не переживайте, и я продолжу снимать видео на бумажной платформе. Что ж, а теперь я вам расскажу, что будет дальше с каналом и что я собираюсь на нем делать. Я собираюсь выкладывать видео процессы того, как я рисую, к примеру, как сейчас, с моим персонажем Кирой. И по рисованию я хотела бы вам рассказывать о своей вселенной, о своих жизненных историях и что-то обсуждать еще. Если хотите, то вы можете предложить какую-нибудь тему в комментариях, и я попробую сделать с этим видеоролик. Также, разумеется, может быть, я буду вам рассказывать историю своих персонажей не в письменном варианте, а в разговорном. Также бы я хотела бы в ближайшем будущем начать рисовать свой собственный комикс, но, правда, не про совсем про город, а про некоторые его части. Но об этом вы узнаете чуть позже, когда моя группа немного подрастет, так скажем, и в ней будет хороший, так сказать, актив. Еще я хотела сказать то, что ролики будут выходить раз в неделю, но минимум раз в две недели, поскольку не забываю, что у меня учеба, у меня много дел, и мне будет не хватать времени на озвучку и монтирование ролика, еще учитывая того, что у меня периодически слетает видео. Что ж, на этом все. Все, что я вам хотела рассказать, я рассказала. И дальше вы можете досматривать ролик без моей болтовни. Приятного просмотра.
Надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Вы поставите ему лайк и оставите свой комментарий. Подписывайтесь на мой TikTok, ВК и Инстаграм. Ссылка, если что, в описании. И всем пока-пока.